делать, а? Что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать, а? Пятый сезон, мы не можем выйти в шестую лигу. Нормально. Опять последнее место. Павел Павлович, ну я не знаю, мы с ребятами посоветовались и решили однозначно, выходов никаких нет. Что вы говорите? Вратаря. И, конечно, надо бы поменять вратаря, конечно, такая дыра в команде. Да, поменять. Да, ну, где нам... Что? Покупаем бразильца? Нифига себе! На какие шиши? Понял. Не мое собачье дело, понял. Здорово, батя. Здорово, Залепехин, коли не шутишь. Вызывали? Не то слово, Залепехин. Чё-то до меня дошли слухи, батя, что я вас, типа, не устраиваю. Мы берем бразильца. Я не понял, батя. Я чё, серьезно, что ли, вас не устраиваю? Нет. Главное, я все команды, с которыми я играю, устраиваю, а вас нет. А нас нет. Ну как мы можем тебя оставить? Вот если даже вот взять последний матч, мы играли с командой берега Слоновой Кости. Но. Они до этого вообще мяча ни разу не видели. Но. Ни разу не ударили по нашим воротам. Как мы умудрились проиграть 14-0? Как ты смог занести мяч 14 раз в наши ворота? Да у меня свои наработки, комбинашки, понимаете. Ну, батя, ну ухал, короче. Зачем тебе это знать, батя? Спи спокойно. Пишу приказ об увольнении, Залепехин. Не надо, батя, брать Бразилию. Я говорю, не надо брать Бразилию. Я извиняюсь, у меня входящий звонок. Алло, да. Да, кто говорит? Зубило. Когда мы с вами играем? Через 4 дня? Сколько надо пропустить? 4 гола. Да сделаю для вас. Вы что, Миш? Вы ж постоянные. Да какие скидки? У меня скидки только от 10 голов. Да. Насчет цены, сейчас у меня немножко дороже, обстоятельства поменялись. Не могу говорить. Насчет цены узнайте на моем сайте www.залепехинвсегдагол.ру. Да, все, я не могу, я у Худова на приеме. Все, бать, все, да. Батя. Ты меня так разволновал вообще. Батя. Короче. Я так разволновался сейчас, я не... Не понял, на чем мы остановились? Не надо брать, а то Бразилию, понимаешь? Это банан, это кокос. Кому он нужен здесь, понимаешь? Пацаны не простят вас, понимаете? Пацаны не поймут. Пацаны не поймут то, что мы проиграли последний матч со счетом 19-0. Последний мяч летел 25 метров выше ворот. Я не знал, что ты такой прыгучий, не думал. Ты уже у трибуны его поймал. И занес. Все, увольняю. Батя, не надо. Приказ. Вы футбол сейчас осиротите, понимаете? Будем сиротом. Вы семью мою осиротите. Приказ 20. У меня семья, у меня дома 3 ежа, у понимаете? У всех семья, батя? У всех дома ежи. Что у тебя? У меня дома ежики. Пацан и пацан, понимаете, батя? А чего ж ты мне раньше не говорил, что у тебя... Так ты ежист? Да у вас же кроме футбола ничего, понимаете, Зюф, одни мячики в глазах. Так ты сразу мне сказал, что ты ежей любишь, понимаешь? Да если хотите знать, у меня любимый фильм «Ежик в тумане». Да ладно. Да я клянусь, да перестань. Да «Ежик в тумане». Ну как это может быть? Я вообще этому ежу бы Оскар отдал, понимаете? Ну как так может быть твой любимый фильм, если это мой любимый фильм про ежа? Какой там ежа? Как он там какой сыграл? Какой там ежа? Ой, наш там лошадка. Помнишь, лошадка, все в тумане. А да он непростой. Он шифруется, да. Конечно. Я думаю... Зачем ежу лошадка? Да я думаю, он бабник этот еж. Знаешь, он капусты напорится, молока нажрется. И, знаешь, к ежиха. Ну, еж еще тот. Все в тумане, все зашифровано. Я смотрю, вы тоже ее. Я тоже, баня. Когда был молодой, был таким, знаешь, ежом. А сразу видно, батя. В институте никому не давал проходу, да. Я на проходной сидел, да. Меня фиг пройдешь вообще, да. Меня не забалуешь. Приказ. Номер 2345-927.
Батя, оставьте меня. Да. Но вы меня вынуждаете сказать. Ну не любят бразилец ежей, понимаете? Заставим полюбить. Ежики вообще бразильцев боятся. Кто тебе сказал? Да потому что бразильцы любят только кофе, понимаете? Да. Все. Да ладно. Да надо спасать ежей Бразилии. Я вообще предлагаю открыть фонд помощи ежиков Бразилии, батя. Стоп. Вот с этого места чуть-чуть медленней. Значит, я готов. Так. Перечислять фонд ежиков Бразилии. Так. 20% с каждого проигранного мной матча. Да ты за кого меня держишь, а? Ты вот, ты думаешь, кому ты говоришь? Ты читал, прежде чем вошел, кому ты вошел вообще? Ты мне смеешь это, мне, тренеру, смеешь это предлагать? Да у тебя как язык повернулся, 20%, 30% и не меньше. 30% и все. Я говорю, вот, что не сделаешь? Значит, ради вымирающих ежей в Бразилии, значит, насчет зубила мы с вами... Павел Павлович, это я. Значит, я тут провел беседу за Лепехиным. Раз, два, три, четыре. Я просто посчитал, сколько пропускает этот бразилец, понимаете? 15, 20. Если наш лох, тот просто лохнесское чудовище, да. Наш просто стал понимать игру, да. На глазах растет пацан просто, да. Я думаю, его надо будет оставить, да. Оставить, пусть пока побегает, да, да. Посмотрим пока.